Я молчу. Ты зы заборол. Ясно, понятно. Здорово. Я очень надеюсь, что это будет в начале ролика. Если с этого начнется, будет офигенно. В общем-то, начать. Нет, не начать, подожди. Настройки графики, мы уже все тут настроили, да? Вот они, прекрасные закромы Чечни. Вон там крыса пробежала. Пофиг, играем на максимальных. У меня 1650 Ti, и мне нормально. Информация об управлении, кстати. Я бы на твоем месте посмотрел, потому что в прошлый раз мы споткнулись о невозможную задачку с включением Night Vision. Суммировать? Чё? Суммировать? Суммировать, дебил. Зумировать. А, суммировать. Крыса. Крыса. Год крысы. Господи, какое убожество. Можно поворачиваться назад во время бега. Кстати, почему мы так все еще не сделали? А зачем? А я не знаю. Да там крыса круг сделала. А, создатели, покажи мне создателей. Хочу увидеть Серегу. О, Денисов, привет. Хелпер. Случайно прочитал, как желпер. Интересно, что он сделал? Модельку, что ли, подсунул? Да, нашу. Переводчик на английский и немецкий языки. Надо было скачать Дотубе 2 на немецком. Вот что я думаю. А, так, вроде бы все посмотрели, да? Да, прекрасное меню. Надо посмотреть еще кнопку выход, но 4 точки. Потом. Ладно. Многоточие. Начать. Правильно говорю. Данная игра предыстория на тумане... Подожди, нашумевшей истории про телепузиков, а именно DTTLM. Что это означает, думайте сами. Хорошее название, я думаю. Действия разворачиваются незадолго до катастрофы, за чуть больше, чем за месяц до прибытия Филла в восточных катакомбах. Хорошо, что не в западных, а то я-то думал... Так вы... Ну, продолжить 4 точки. Было бы намного лучше, если бы это было на экране Звездных войн. Ой, смотри, какая красота! Реально какие-то звездные войны. Что? Ой. Ой. Что-то. Черт, моя голова! Что произошло? Откуда эти трупы? Это та толпа, которая меня вырубила. Почему он моргает? Дыхает. Черт, электричество вырубилось. А еще этот взрыв. Да какой взрыв? Неужели выход из восточных катакомб подорвали? Кто? И зачем? Кто их убил? Черт, черт, черт. Что за чертовщина? Снова вздыхает. Так, нужно... подожди. Так, нужно проверить того чувака, который только что забежал за угол, за тот угол. Хорошо. Что мы тут видим? Алмазы и метро. Я не знаю, что забыло метро тут, но... Да, в новых версиях. По... Пацан, он абсолютно чистый. Нет! Нет! Не приближайся ко мне, отродье! О, да? Ты приближаешься ко мне? Успокойся, я не тот, кто убил тех чуваков. Расскажи мне тут, что вообще происходит, черт возьми. За какое-то быдло играть. Долгая пауза осматривает вас. Условия содержания были нарушены. Те, на ком мы пробовали эту дрянь, вырвались и стали убивать их. Тот, кто стоял надо мной, быстро решил, что делать. Теперь мы заперты тут и... Закончился. Значит, вы директор этого объекта? Я из охраны. Я не в курсе, кому я шел на работу. Вам нужно выбраться отсюда. Охранник, я не знаю. Нужно электричество, чтобы эта чертова дверь открылась. И можно было проверить, не завалило ли проходы там. Я включу резервное питание на нижнем уровне. Ждите здесь.
У меня нет ни фонарика, ни хрена. Оно так и должно быть. По-моему, его придавило ящичком. А потом расцарапало. Ну да, а ты чё думал? Ой, привет. Да чё они встают-то все? Это головы не валяшки, короче. Окей, а на нее можно присесть, я не знаю, или... Да, русские сразу вот видят острый объект, пытаются сесть. Смотри, сейчас будет то, что нам показывали в трейлере. А, оно не двигается. Слушай, ящики не двигаются. А, вот все. Все. Вот нормас. Это физика! Здорово, хочу еще. Не зря же эту фичу... Подожди. Чё? Видал, какой этот... Джеки Чан, да. До сих пор, кстати, не понял, зачем. Я включил резервное питание, но... Выжил, значит. Хорошо, теперь пошли к терминалу этой части комплекса. Думаю, переключиться на резервный источник. Знак вопроса, точка, точка, идемте, точка. Знаешь, вот это наше чтение диалога, это, конечно, кринж высшей категории вообще какой-то подъехал. Смотри. Настолько... О, да, эти швы. А что по сюжету надо? А не знаю, там еще какая-то дверь была вроде справа сейчас. Какая-то дверь была? Ну вот справа. А. Я трейлер смотрел, у меня оба отца смотрели трейлер, если что. Здорово. О, господи, что за... Что это было за чертовщина? Фиг с этим директором, самому теперь ноги унести. Это 100% был Блэки, да? My satellite. Под это может зачитать даже что-нибудь. Йоу. Эй, ага. У нас есть какое-то говно, как... Окей, его схватил инсульт. Он понял, он так испугался в катсцене, что аж коробки на место поставил, что ли. У меня, кстати, знаешь что? Да. У меня фонарика нет больше. В смысле? В прямом. Работает. А где анимация? Че он просто? Не было никакой анимации, зато есть коробочки. А на этот раз подсказку отдался. Блэйки? Что за дичь? Пройди вперед, я тебе отвечаю, в уголке спрятаться надо. Прятаться? Может присесть можно? Нет. Присесть можно? Нет, ну просто стой на месте. Он пройдет мимо. Думаешь? Ну давай проверь. Я вообще не понимаю, что делать, если честно. Эта игра слишком гениальная. Кодзима как бы только что перевернулся в своем гробу своей карьеры, гвоздь в которую только что забила Dead to Best 2. Да, в чем секрет Dead to Best 2? Помогите нам, подписчики. Нужно было стрим запускать. Короче, если у меня еще раз не получится, то это... Давай этот уровень скипнем нахрен. Да не, нужно пройти по-честному. Короче, мы не смогли пройти вот эту вот штуку. Нам нужна глава первая, последний выживший, потому что в конце первой главы 1-1 мы умираем, а вот в главе первая, последний выживший, который 1-2, не тыкай в 2-1, пожалуйста. Не забывайте оборачиваться. Что это было за... Нет! А, так это есть второй уровень! А, лоспой заканчивается, всем пока. Еле успел, теперь нужно найти выход из канализации. Чёрт, я была здесь всего пару раз, только бы не заплутать в этих лабиринтах снова. Мы тоже бывали здесь пару раз. На Dead to Best Online, Dead to Best 1, в Dead to Best 2 Stake, на Dead to Best Reload, а так, да, абсолютно незаезженная локация. Топ-т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 оп. Ай! Да что за ловушка Джокера? Офигенный геймплей, спасибо большое. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Никто мне не нужен. Топ-топ-топ-топ-топ. Так, о. Класс, концсцена. Рука. Это что? Анимация. Он как крыска, знаешь? Офигенно, все. А нет, заблокировано, соси жопу. А, ну, кстати, вполне возможно. Ну, это, скорее всего, Пикассо. Очень высокоинтеллектуальные разговоры, однако.
Ну, блин, а чем еще заниматься, когда ты... Я бы... Ну, присядь! 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 Постоянство памяти, Сальвадор Дали, во! Слева вот. О-о-о. А, это опять это. А точно тут ни с чем нельзя взаимодействовать? Стой. Оно светится. Ой, да ну. Офигенно! Это было спасибо. Так очевидно! О, смотри! Нет, только не отсылка на Return to Hell! О, нет! Ха-ха-ха-ха! Я сдохну! На склады давай. В долине очевидно, что будет вот на складах. Да. Охренеть, кто это его тут туда? Ладно, я все равно не думаю, что имеет смысл к нему приближаться. О! Какие-то деревяшки, кто сюда поставил? Знаешь, что делают с людьми, которые застряли в стене и торчат жопой? Вытаскивают. Почти. Я чё, сдох? Попытался изнасиловать пылесоса, что? К чему это привело? Приходится поискать ключ. Первый детубис хотя бы смешной был, а это что-то... Тут скорее грустно, чем смешно. Понятно, пошли в долину. Я убираю смерть. Нужно выбраться и рассказать всем об произошедшем с долиной, иначе жертва будет напрасно. Мне уже приятно в это играть, знаешь? Это выглядит намного лучше всего, что было раньше. Лала, иди сюда, я тебя поцелую. Не хотел бы оказаться на ее месте. Птичка! Птичка на месте летит. Ох, пойду к повешенной, что ли? Привет. А я смотрю, это с 15-го года вообще не изменилось, да? Нет, не темней. Беги, Форест, беги. Прощайте. Все, офигенная игра, 10 из 10, уходим. Серьезно? О, господи. И все? Я просто вот сижу такой сейчас. Че? Че? Какого хрена? Я ничего не понял абсолютно. Типа... Это приквел, в котором не объяснили абсолютно ничего. Короче, абсолютно скучно, неинтересно и вообще непонятно, как в это играть. Типа, прям вообще непонятно, как в это играть. Ну, я помню, как-то ставил оценку, короче, типа, 10 всратых морд телепузиков из 10, вот знаешь... Я, короче, уберу там одного телепузика за то, что эта игра оказалась намного скучнее, чем я думал. Зачем это выпустили? Абсолютно ничего не объясняется, нет никакого сюжета, там какие-то три диалога, блин, на всю игру. Офигенно, спасибо большое, этого я ждал. Короче, за тупые диалоги я забираю еще одного телепузика. За скучные баги я забираю еще двух, того выходит 6. Потом я забираю еще 3 за сюжет, одного еще за паука. Потому что я испугался. И еще одного я забираю за в целом непроходимость уровней. Одна голова телепузика цена этой игры. Каждый раз, когда вы скажете, скачивайте Dead Tubes 2, вы жертвуете одну голову телепузика во славу стане. Да, слава Украине.